Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Грейлих, я предприниматель, работаю в Москве, занимаюсь сервисным бизнесом. И сейчас я хотел бы обратиться лично к Кате Андреевой. Кать, мы познакомились с тобой, кажется, около 3 лет назад в школе Алекса Яновского. И знаешь, вот есть такие люди, которые своей яркостью, неординарным мышлением и целостностью жизненной позиции сразу приковывают к себе внимание. Они вызывают восхищение умением ставить глубокие важные вопросы. Такое ощущение, что эти вопросы уже давно где-то там вертелись у меня в голове, но я не мог их выразить, не до конца точно не формулировались во мне эти вопросы. Так вот, Кать, ты – это как раз тот человек, который как бы делает это за меня. Во время общения с тобой твои мысли, слова настолько легко ложатся вглубь сознания, что создается у меня полное ощущение, что это и есть мой внутренний голос. А еще создается ощущение, что это происходит не только со мной. Ты настолько обладаешь яркой способностью излагать мысли, что создается ощущение, что и в сознании других людей они ложатся так же отчетливо, как и в мое. Кстати, и по длине обсуждения твоих постов в соцсетях это тоже видно. Ты настолько тонко затрагиваешь важные темы, что они никого не оставляют равнодушными. И при этом негатива или непонимания в этих обсуждениях крайне мало, да практически нет. Мне кажется, что за этим за всем в первую очередь стоит твоя огромная работоспособность, такая страшнейшая редкость, как женская мудрость, и неимоверная всепоглощающая сила любви ко всему живому. Катя – это всегда по делу, Катя – это всегда в такую, Катя – это всегда полная отдача и любовь к миру. У меня было крайне мало возможностей взаимодействия с тобой как с бизнес-леди, но я, ты знаешь, очень много раз с тобой был участником одного и того же феномена. Когда я испытываю дискомфорт от того, что что-то я такое чувствую, но не могу выразить, я общаюсь с тобой, и ты вытаскиваешь из моей сумбурщины самую-самую-самую суть. Я не знаю, как тебе это удается. И я искренне, Катя, тебе благодарен за то, что в моем окружении есть такой искренний, открытый, мудрый человек, как ты. Удачи тебе и достижения цели во всех твоих существующих и новых проектах.